Хранение знаний о твоем состоянии здоровья в широком значении этого слова может быть проблемой. Многие из нас хранят свои сканы, выписки, рентгеновские снимки и результаты медосмотров в разных местах. Некоторые из этих данных имеются у врачей, часть хранится в больницах или у частных специалистов в аптеках. Проблема возникает, когда фельдшер во время первой помощи или врач-специалист во время госпитализации хочет оказать помощь. Очень часто у него нет доступа ко всей информации о твоем состоянии здоровья, а значит и нет возможности принять наиболее правильное решение касаемо твоего лечения. А ты в результате опасного происшествия потерял сознание и не можешь предоставить необходимой информации. Эта ситуация может случиться везде, как в далеких путешествиях, так и в повседневной жизни. Учитывая это, мы постарались предоставить успешное решение этой проблемы. MinHolder.net – это решение будущего, которое предусматривает, что все твои медицинские и нестандартные данные хранятся в одном месте. MinHolder.net, то есть наша e-картотека, была запроектирована специально так, чтобы в ситуации, опасной для нашего здоровья и жизни, увеличить твои шансы выжить. Информация, хранящаяся в MinHolder.net, полностью защищена. Ты сам решаешь, кто имеет доступ к твоей картотеке. Платформа очень простая в обслуживании. Но если тебе нужна будет помощь, наши специалисты всегда помогут. Давайте посмотрим, как это работает. Основой всей системы является платформа MinHolder.net, которая обеспечивает полное обслуживание системы онлайн. Первый шаг – это открытие сайта www.minholdernet.com и выбор «Регистрация» в правом верхнем углу. После регистрации появится много опций для описания твоего состояния здоровья. Во время регистрации на главной странице появятся трое дверей для выбора. Первая дверь исключительно для отчета, и ей пользуются медицинские службы, скорая помощь, во время оказания помощи. Они узнают все о твоем состоянии здоровья и о том, что могло быть причиной плохого самочувствия. Вторая форма регистрации для тебя и дает возможность редактирования и изменения содержания твоей e-картотеки. Важнейшим действием является скан удостоверения личности или фотография, необходимые для идентификации. Это очень важно, когда отсутствует возможность связи с тобой, а медслужбам необходимо подтвердить личность владельца e-картотеки. Полную картину создает очень большое количество медицинской информации, а также дополнительные закладки типа «Я беременна», «Кормлю грудью», «Мое последнее опасное происшествие». Причин, которые могут повлиять на наше самочувствие, очень много. И то, что с виду не выглядит опасно, может иметь большое влияние на наше состояние здоровья в будущем. Падение на роликах, с велосипеда, укус клеща, запущенная рана. Все это может иметь отрицательные последствия при отсутствии необходимого лечения и информации. Третья форма регистрации для поликлиники и кабинетов наших частных врачей. Это важный элемент системы, на котором хранятся все дополнительные документы, связанные с твоим состоянием здоровья, пересылаемые в твой профиль врачами. Это твой личный каталог документов, к которому имеют доступ фельдшер или врач, при необходимости узнать больше о твоем состоянии здоровья. Ключом всей системы является уникальный код спасения, благодаря которому врачи и фельдшеры могут о нас узнать. Наши коды спасения могут быть нанесены на все виды носителей данных, а прежде всего на обложку личных документов, карту или повязку. MinHolder.net – это прежде всего безопасность данных. Интуитивно понятное обслуживание, в том числе специального приложения, скачанного на мобильное устройство типа смартфон или планшет. Отсутствие дополнительных расходов. Обслуживание в 9 языках, что позволяет использование в опасные моменты в любой точке мира. MinHolder.net – это инструмент для всех, как для здоровых, так и для людей с хроническими болезнями, а также для тех, кто хочет заботиться о безопасности своей жизни и близких людей.
это знание о тебе. Прямо сейчас ты можешь принять участие в оптимизации действий врачей. Ведь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не жди. Зарегистрируйся в MinHolder.net уже сегодня. MinHolder.net может спасти жизнь.